дополнено это произведение по мотивам, не просто мотивам, а на основе реальных событий, которые произошли на одном из вокзалов нашей страны, ну какого города, я не буду говорить, но эта история была в интернете известна, поэтому, в общем-то, она имеет место быть. А дети
А дети смеялись, играли и пели. Теперь у них